Всем привет! И с вами мама Лия. Сегодня у нас четверг, 11 июня, и мы с семьей приехали в Сосновый Бор подышать свежим воздухом. Неделя хоть и короткая, но мы что-то подустали очень. У нас та неделя была холодная, были дожди, и было очень-очень холодно. Сегодня первый день, выглянуло солнышко, настроение приподнялось, и мы решили прогуляться после работы в Сосновом Бору и покормить белочку. И сейчас мы вам покажем, как она кушает. Наблюдали мы на одном дыхании. Здесь они ручные, такие забавные. И как назло, мы сегодня не взяли семечек. Мы обычно приезжаем и с собой захватываем семечки. А сегодня решили, вот не будем. И сегодня и в одном месте, и в другом они к нам, а нам нечем угостить. Но здесь люди ходят, и семечки в кормушек очень много. И в кормушки ложат семечки, поэтому здесь они не голодные. И приятно, прям настроение прям приподнялось. Пойдемте погуляем по Сосновому Бору вместе с нами. Цветочки. Вот вроде бы невзрачненькие такие. Простенькие, не невзрачные, а простенькие. Но радуют глаз птички. Слышите? Такие музыка. Как здесь хорошо. Тишина, покой, настроение отличное. Вся усталость недельная, оно как рукой снимает от природы, от пения птиц, от того, что с семьей мы вместе. Смотрите, слушают, слушают они пение птиц, машут. Вот поляночка, ой, заслушалась. Ну, пойдемте дальше.
Посмотрите, что мы нашли. Турник. То есть в сосновом бору кто-то сделал и, видимо, приходит, занимается. Побегают и силовые какие-то упражнения выполняют. То есть не просто там все заросло мхом, а видно следы человека. Да. Прекрасно. Но у нас сегодня действительно удачный вечер. Столько белочек, и они так подпускают к себе снять. Единственное, мы встретили дятла, он улетел. Не получилось нам его заснять. Красота. Но белочки, наверное, проголодались, или ужин у них уже настал. На заднем плане, обратите внимание, группа женщин пришли, занимаются спортом. Представляете, как прекрасно заняться на свежем воздухе физической культурой. Молодцы женщины. Видимо, у них группа своя, сюда выходят и занимаются. Люди за здоровый образ жизни, самое главное, которые следят за собой. Хотят дышать свежим воздухом и наслаждаться природой. Ну а сегодня у нас прогулка подходит к концу. На этом мы с вами прощаемся на сегодня. Не забывайте на колокольчик, на пальчик. И оставайтесь всегда с нами. Берегите себя и своих близких.